Ми тут з Олесем щоранку прокидаємося, піднімаємо цікаві та актуальні теми. І ось 1 грудня – це початок зими, початок нового якогось казкового періоду. Проте цього дня піднімається у світі дуже важлива тема. Сьогодні у світі відзначає Всесвітній день боротьби зі снідом. І це почали відзначати з 1988 року, пробачте, за проголошенням ВОЗ. І сьогодні ми хотіли підняти саме цю тему. Так, цей день встановлений з метою підвищення обізнаності людей про снід та також про ВІЛ. І також сьогодні хочеться розказати, що щоб ви знали більше про цю тему, тому ми запросили сьогодні до нас гостю Валерія Рачинська. Це керівниця відділу справ людини благодійної організації «100% життя». Доброго дня. Добрий день. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, що таке снід і що таке ВІЛ? І чим вони відрізняються? Ну, ВІЧ-інфекція – це вірус иммунодефицита человека, вот эта вот аббревиатура. И это вирус, который поражает клеточки, которые отвечают за иммунитет в организме, клеточки лимфатической системы, которые называются CD4. То есть он встраивает свою РНК вируса в РНК клеточки, и клеточка вместо самой себя начинает воспроизводить копии вируса. То есть простыми словами, вместо одной клеточки CD4, которую она должна произвести, то есть сама себя, она производит тысячи копий вируса, которые вырываются и начинают организму вредить, то есть вот эти клеточки CD4 убивать. И в норме у здорового человека этих клеточек ну, от 1,5-2 тысяч на миллилитр крови. Вот. У человека, у которого проблемы с иммунной системой, даже если это не ВИЧ, то есть этих клеточек может быть значительно больше. Но ВИЧ может привести к тому состоянию наличия иммунной, то есть когда он убивает, а воспроизведение не происходит, то есть что... Просто носительство вот ВИЧ, оно переходит в стадию СПИДа, то есть синдрома приобретенного иммунодефицита, когда иммунная система человека не может противостоять никаким инфекциям. То есть и если у человека вот этих клеточек остается меньше 200, мы можем говорить, что у человека стадия СПИД, когда организм беззащитен перед практически любой инфекцией. То есть вот и разница. То есть ВИЧ – это сам вирус, а СПИД – это уже стадия заболевания, которая ну, на самом деле очень тяжелая. Ну, ми у школах дуже багато розповідається нам в дитинстві, десь в соціальних мережах про цю хворобу, але ми часто забуваємо там якісь такі моменти, які от 100 разів повторюють. І скажіть, будь ласка, найрозпосюдженіший спосіб, як можна саме заразитися? Ви знаєте, ну, як це може не показатися странним, то есть это половой гетеросексуальный путь. То есть на протяжении многих лет, то есть основной путь передачи был это парентеральный, то есть через шприц совместный, да, и самая большая уязвимая группа была ну, к ВИЧ-инфекции, это люди, которые употребляют наркотики инъекционным путем. Вот. Это были мужчины, у которых есть секс с мужчинами, и это были люди, которые часто меняют своих половых партнеров, в том числе, кто предоставляет секс-услуги за вознаграждение. Да? Но на данный момент ситуация ну, категорически поменялась. То есть у нас по результатам этого года, как бы он еще не закончился, конечно, но 71% всех случаев передачи ВИЧ, вот вновь выявленных, это половой путь гетеросексуальный. То есть это, в принципе, обычная среднестатистическая, могу сказать, украинская пара, да, у которой, возможно, не было даже рискованного поведения, но ВИЧ-инфекция могла появиться вследствие того, что у нас... Ну, предыдущих, допустим, отношений там, да, с партнером, у которого было небезопасное относительно ВИЧ-поведение. И так как у нас, к сожалению, сейчас нет культуры тестирования на ВИЧ, нет культуры заботы о собственном здоровье, люди могут жить годами и не знать просто-напросто, что у них есть ВИЧ-инфекция. Потому что заболевание первое там 5, возможно, 8 лет, в зависимости от состояния здоровья, никак вообще себя не проявляет. И выявить его может помочь только специфический тест на антитела к ВИЧ-инфекции. И никакой другой тест. То есть зачастую нас задают вопросы, как бы, а вот есть какие-то симптомы, как бы, вот как может проявиться, может быть, какая-то простуда там, и так далее. Ну, конечно, будут какие-то изменения, но это никогда не ассоциируется только с ВИЧ-инфекцией. Это может быть симптомы обычной простуды, либо какой-то усталости и так далее. И по ним мы не можем сказать, как бы, есть ВИЧ у человека или нет. И даже по рискованному, нерискованному поведению тоже сейчас уже нет. Потому что это, ну, рискованность поведения не является гарантией того, что ВИЧ будет, и безопасное поведение тоже не является гарантией того, что ВИЧ-инфекции не будет. Поэтому тестироваться и еще раз тестироваться. Сделать тест на ВИЧ регулярной частью своего плана заботы о своем здоровье. А как часто его треба? Ну, раз в год. Ага. Хотя бы раз в год. А для тех людей, которые знают, что у них есть риски рискованное сексуальное либо инъекционное поведение, допустим, рекомендуется раз в 3 месяца. Потому что 3 месяца – это как раз период окна, когда могут быть антитела к ВИЧ-инфекции еще не вырабатываться.
А яка ситуація в Україні? Наскільки це жахливо, чи наскільки це адекватно зараз? Ну, смотрите, ситуація в Україні как бы неоднозначна. С одной стороны, мы вторые в европейском регионе по темпам распространения и по количеству ВИЧ-позитивных людей, вот, которые живут в стране там, да. Но с другой стороны, сейчас ВИЧ-инфекция – это уже не смертельное заболевание, это хроническое заболевание, которое полностью контролируемо. И самое главное, ВИЧ-позитивный человек сейчас, который находится на специфическом лечении, антиретровирусная терапия, он не может передать ВИЧ другому человеку даже при сексе без предохранения, то есть без презерватива. То есть это официально подтвержденный факт. Эти заявления с 2017 года сделали уже американская CDC, то есть, ну, это аналог нашего Центра хроматического здоровья. Да? К этим заявлениям присоединились Всемирная организация здравоохранения. Объединенная программа ООН по ВИЧ-СПИДу, то есть все, ну, и рисков здесь не ноль целых сколько-то сотых, там, возможно, или десятых, да, они официально заявляют, что ноль риска, и, пожалуйста, тестируйтесь, становитесь на лечение, и через 6 месяцев, допустим, американцы вообще рекомендуют уже провайдерам помощи в системе здравоохранения рекомендовать пациентам, то есть оповещать их о том, что их сексуальная жизнь может быть такой же, как прежде, если они барьерными средствами контрацепции до этого не пользовались. Вот. И это официальные рекомендации, их можно найти на сайте, то есть американские доктора, вот, ну, они говорят, что все окей, выявили ВИЧ, ничего сейчас страшного в этом уже нет, там, да, пожалуйста, вот вам таблетки бесплатны, вот, и, ну, пожалуйста, 6 месяцев, в тот момент, когда ваша вирусная нагрузка будет неопределяемое, то есть вот количество копий вируса в крови будет неопределяемым, вы становитесь абсолютно безопасным. То есть если до этого заявления, до 2017 года, мы смело говорили о том, что ВИЧ просто там не передается в быту, то есть при поцелуях, при пользовании совместными постельными туалетными принадлежностями, сауны, бассейны, все это безопасно. Сейчас мы можем продолжить, поставить запятую и продолжить, потому что если ВИЧ-позитивный человек принимает активную антиретровирусную терапию, находится в диспансерном учете своего врача, соблюдает режим приема препаратов, находится на РТ не менее 6 месяцев, и вирусная его нагрузка неопределяемая, то есть количество копий от 0 до 1000, согласно там, рекомендациям ВОЗ, это считается, приравнивается к неопределяемой вирусной нагрузке, то этот человек не может передать ВИЧ ни при каких условиях практически. Тобто да? Це так, да? І прогрес саме в медицині, чи просто інші дослідження якісь? Смотрите, это большой прогресс в медицине на самом деле, но и в принципе первая декларация, по-моему, Женевская декларация, ее сделали доктора Швейцарии, ну, совместно с группой европейских докторов, еще, если я не ошибаюсь, в 2007 году, вот за 10 лет до этого, до первого, о том, что возможно при вот таких условиях ВИЧ-инфекция передаваться не может. Почему это было вот это возможно? Потому что риск был очень высокий ошибиться, вернее, стоимость ошибки могла бы быть очень высокой, там, да, если бы заявление было, и не хватало клинических данных, не хватало исследований. То есть, но с 2007 года прошли 3 крупномасштабных исследования в масштабы планеты Земля, там, на самом деле, в разных странах, при разных условиях, разные группы исследователей. И после вот этих 3 огромнейших исследований, там, растянутых по времени, с большим количеством участников, в 2017 году появилось абсолютно обоснованное научное утверждение, которое сейчас вот, ну, цитируют, декларируют все самые большие институции в мире, которые призваны бороться с эпидемией ВИЧ-инфекции. А ось саме передача ще ВІЛу, пам'ятаю, ось була ця ситуація, розповідали, дівчина сходила на манікюр і заразилася. Чи зараз це розповсюджено, чи вже якось і манікюрні салони почали більше якось думати про безпеку? І де ще можна підхопити? Ну, смотрите, как бы, я, ну, наверное, не ставлю, может быть, под сомнение здесь путь передачи, но я вот могу чітко сказати, що це очень маловероятний сценарій. Вот. Потому что, ну, как правило, маникюр, ну, как говорят, маникюрный салон, стоматологический кабинет там, и так далее, это, ну, места, где, ну, я могу сказать, что ВИЧ-инфекция заразится, ну,
шансы очень стремятся к нулю. Через стерильность и через что? Ну, во-первых, для того, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, это же, ну, нужно еще очень постараться. То есть, ну, недостаточно того, чтобы было просто какое-то соприкосновение. Почему? Потому что вирус очень нестойкий во внешней среде. То есть при температуре 65 градусов он уже погибает. В засохшей капле крови его уже нет. То есть если мы говорим, что был маникюрный инструмент, который вот полежал, там кровь засохла, там, да, и потом все, кто-то взял и обработал там руки, это самое, и передал... Ну, вы знаете, при всем уважении я не верю. Угу. Вот, ну, я не верю, как бы, ну, медицина говорит о других вещах. Вот. Но для того, чтобы произошла передача, вот, и все, все было вот так. То есть у человека должна быть огромная вирусная нагрузка, там, ну, зашкаливающая, не знаю, сколько там, тысяч, сотен тысяч копий, либо миллионов. Из вот этих маникюрных ножниц или инструмента с него кровь стекать должна, вот сюда в рану прям попасть, рана должна быть такая хорошая. Еще, ну, потереть хорошо надо, чтобы, ну, как-то так. Но и то, ну, вы знаете, это же просто так не происходит, да? То есть, ну, почему пути передачи вот такие вот, ну, то есть, парентеральные, там, половое и так далее? Потому что парентеральные — это прямой контакт кровь в кровь, то есть мы берем шприц еще, в котором есть свежая вот эта кровь, там, да, и получается, партнер по шприцу вводит себе в вену сразу же. Окей, здесь, ну, здесь как бы, ну, понятно почему. При половом акте, то есть же не каждый половой акт же закончится инфицированием, в том числе. Это должен быть травматичный половой акт. Слухайте, ви зараз такі моменти кажете, про які, мабуть, ніколи не, ну, я і не чула, ось саме такі нюанси. Ну да, і плюс ще, якщо, опять же, ВІЧ-позитивний чоловік знаходиться на антиретровірусній терапії, це невозможно апріорі от него заразиться ни при каких вот этих вот обстоятельствах. То есть... Но в маникюрном салоне с легкостью, если не придерживаются, допустим, правил соблюдения там, гигиенических правил, стерильности инструментария и так далее, вот, с легкостью вирусные гепатиты. Вот это да, они очень стойкие во внешней среде, они могут жить и в засохшей вот этой вот крови. Вот, эти сценарии, они более вероятны, поэтому, ну, вы знаете, мне кажется, что в последнее время ситуация с соблюдением вот гигиенических и медицинских правил, вот, проведения процедур, она улучшается. Вот, но у некоторых людей есть свои там сценарии там, избегания рисков, то есть люди приходят со своими маникюрными наборами, вот, и когда конкретно знаешь, что пользуешься с этим набором, допустим, только ты. Вот. И, ну, вот так. Ну, краще все одно мати свій манікюрний цей набор, правильно? Ну, вы знаете, я хожу в тот салон, в котором я четко знаю, что они стерилизуют свои инструменты, то есть они отправляют их в специальное учреждение, каждый пакет открывается при тебе, то есть я четко понимаю, что он стерильный. Вряд ли кто-то будет сидеть и специально там нестерильный этот инструментарий куда-то клеить. Там, да? Но культура заботы о здоровье клиента, она тоже растет у нас, тоже все меняется. Хочу повернутися саме до тестування. От ви казали, що робити потрібно раз в рік. Ось, да. А де це зробити і скільки це коштує? Ну, на самом деле, всі тести на ВІЧ сейчас у нас бесплатні. Вот. Сейчас это сделать можно даже у своего семейного доктора. И это входит в пакет, который оплачен НСЗУ. То есть бесплатный тот пакет, который может доступен каждому человеку, и государство за него заплатило. Вот. Это можно сделать на базе кабинетов доверия, в центрах СПИДа. То есть, и это будет бесплатным. И сейчас, если это тестирование быстрым тестом, да, а не тестом, ну, лабораторным методом, когда забирают уже сразу кровь на ИФА, то есть это займет 10 минут. И наука же ну, не стоит на месте, и уже доступны у нас оральные тесты. То есть когда даже не нужно прокол делать, да, просто достаточно вот, специальным тестом, то есть взять слюну у себя же самого, его можно сделать с легкостью самому, поместить в пробирочку, и ты будешь знать свой результат уже через 10 минут без каких-либо медицинских манипуляций. А как это так, еще все-таки через кровь продается? Ну, смотрите, антитела, если, ну, если человек ВИЧ-позитивный, да, они же будут везде, во всех жидкостях организма. Если организм выработал антитела, они же не только будут в крови, они будут в слюне также. Вот этот тест, это же не на вирусную нагрузку, да? Он на наличие антител. То есть когда иммунная система начинает бороться с ВИЧ-инфекцией. И вот это, они же тесты высокочувствительные, и тест, он обязательно на наличие вот этих антител, он отреагирует. Вот, поэтому все очень просто. Они есть в свободной продаже, в нашей организации есть сайт про здоровье, где этот тест можно заказать себе бесплатно с доставкой домой. Ух ты! Да.
А це вже відкриття. Тому це вже називається, навіть можна з дому не виходити. Ну, то. Ну, совершенно верно. Просто коронавірусна інфекція, вона ж теж внесла свої корректировки. Здесь, в принципі, во всі системи предоставлення сервісів, да, і для ВІЧ-позитивних людей, і для людей, у которых есть рискованное поведение, либо неуверенность в своем статусе. Вот. И, ну, мы же, вы знаете, как и нормальный бизнес, благотворительность, мы стремимся к людям. Мы очень клиентоориентированы. Для нас самое главное, чтобы наши клиенты, наши пациенты, наши бенефициары наших услуг, они были здоровы, вот, вовремя протестированы, если что-то там, ну, если, допустим, диагноз ВИЧ-инфекция поставил, чтобы немедленно человек начал получать лечение, чтобы люди знали, что лечение, оно бесплатное, и чтобы люди знали, что ВИЧ-инфекция сейчас – это просто хроническое заболевание, которое качество жизни не меняет у человека абсолютно. То есть, если, допустим, 30 лет назад, когда вот… Ну, 40 лет назад, допустим, когда эпидемия только началась, лечения не было. То есть 30 лет назад там первая химиотерапия была жуткая, которая к каким-то жутким последствиям приводила. Там люди жили привязанные к холодильным шкафам, можно сказать, потому что лекарство было в жидких формах, были жуткие побочные эффекты. Боже, сейчас это одна таблетка, один раз в день, она бесплатна, и она какого-то токсичного воздействия на организм не имеет. И это, могу сказать, ну, вау, это подарок судьбы. То есть ее нужно принимать реже, чем вы чистите зубы. Зубы же все чистят каждый день, угу. Два раза, да? Дважды в день на протяжении всей жизни. Кого брекеты декілька разів на день? Лечить сейчас ВИЧ-инфекцию, да, контролировать вирус, ну, получается проще, чем носить брекеты. А вот если лікуватися, дивіться, отримали ваш безкоштовний тест, наприклад, людина виявляє, що, ну, є така проблема. Потім звертатися до сімейного лікаря чи до кого? Тобто, знаєте, є такий момент, що інколи бояться, або не знають, куди звертатися. Ну, смотрите, с любой проблемой, в принципе, сейчас можно обратиться к своему семейному доктору. Он должен перенаправить на дополнительную диагностику, там, да, то есть второй тест обязательно сделают. По результатам одного теста как бы диагноз все равно не ставится. Угу. Обязательно перепроверяются это в другой тест-системе, другого производителя, чтобы избежать каких-то, ну, таких вот, скажем так, мягко неприятных ошибок. Вот. Поэтому обязательно все проверяется, все вот так вот. Ну, и обязательно семейный доктор перенаправляет для постановки на РТ, вот, для получения вот этих таблеточек. То есть если вдруг вы купили сами тест, провели его, да, либо, допустим, вы сдавали в больнице, у вас результат пришел позитивный. Ну, я как бы говорю, я тоже очень долго работала в поле, на самом же деле это хорошо. То есть это хорошо, что сейчас выявили, да, когда нет каких-то последствий для здоровья, когда все хорошо, и когда, в принципе, для того, чтобы контролировать и сохранить прежнее качество жизни, достаточно будет обратиться к доктору, сдать два анализа, получить таблетки абсолютно бесплатно, и потом приходить там сначала каждые 3 месяца для того, чтобы проверять, что же там со здоровьем, там, да, высокоспецифические там, анализы сдавать, а потом раз в 6 месяцев за терапией, і за аналізами. Но сейчас ми ще й терапію присилаємо домой. Клас. І на завершення хочу запитати, є ймовірність, що люди можуть вилікуватися ж таки від ВІЛ, чи вже це назавжди? Ну, на протяжении последних 10 лет 3 человека вылечилось от ВИЧ-инфекции в результате пересадки костного мозга, то есть это было сделано по медицинским показаниям, на самом деле это были рискованные ситуации, но есть такой лондонский, берлинский, дюссельдорфский пациенты. Вот. И вот совершенно недавно появилась новая информация о втором случае самоизлечения, то есть когда организм... Есть такие люди, которые они универсальные контроллеры, то есть которые годами живут с ВИЧ-инфекцией, она не прогрессирует. У них неопределяемая вот эта вот вирусная нагрузка в пределах 1000 копий, организм ее поддерживает сам без лечения. Вот. И у нас, получается, есть сейчас вот evidence, женщина из Аргентины, получается, которая вот уже на протяжении многих лет живет с неопределяемой вирусной нагрузкой, но без лечения, без ничего, и, ну, сейчас, вот я так понимаю, вирусная нагрузка совсем перестала определяться. Поэтому сейчас очень много одновременно разных испытаний идет, как и вакцины от ВИЧ, да, для того, чтобы предупредить. Вот, и новых препаратов, и, в принципе, препаратов, которые направлены не только на контроль ВИЧ-инфекции, но и на излечение. Вот, и одна из новых инноваций, которые вот уже появились, и доступны они на рынке, они одобрены уже FDA в Америке и одобрены CDC
в Европе. Это инъекционная антиретровирусная терапия, значит, долговременного действия. То есть, что это значит? Это значит, это инъекционная форма, которая, ну, назначается один раз в месяц, либо в каких-то случаях один раз в два месяца. Можете представить? То есть ВИЧ-инфекция сейчас сузилась, борьба с ней, до 6 уколов в год. И все. То есть, ну, я думаю, что в самом ближайшем будущем прогресс будет еще более крутой, и я очень надеюсь, что мы очень скоро получим препарат, который будет не только контролировать, но и излечивать полностью. И мы все також віримо, тому що і ви сьогодні відкрили для нас... Я б сказав би Америку сьогодні так. Для нас відкрили, тому що раніше були... Це було страшно, якось так смертельно зараз... страшно. Зараз ми розуміємо, що це не настільки страшно, з цим можна жити і боротися, навіть вилікуватися. Да. Ну, навіть ви... можна жити собі спокійно і навіть будувати сім'ю і не боятися. Рожати здорових дітей абсолютно без ніяких ризиків, але саме головне, щоб... Общество понимало, что вот эта эра страха, непонимания, боязни и из-за этого дискриминации ВИЧ-позитивных людей, она должна закончиться. Она должна остаться вот там, вот в 20 веке, где осталось отсутствие лечения, легкие пути передачи и так далее. В Украине сейчас 150 тысяч ВИЧ-позитивных людей, 136 тысяч из них получают антиретровирусную терапию. То есть 136 тысяч человек, ну, может быть, 130, не могут ни при каких условиях передать инфекцию другому человеку. Можна сказати, що епідемія, вот эта, вона взята під контроль. Валерія, ми неймовірно вам вдячні за цю інформацію. Сподіваємося, наші глядачі також для себе щось зрозуміли. Вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео і обіцяємо вам, що надалі будемо вас дивувати якісним та корисним контентом. Просто будьте разом з нами. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, а ми і надалі будемо вас радувати корисною та актуальною інформацією.